все как бы сейчас весла бросать это неправильно будет. Все как бы прекрасно понимают, что надо работать, продолжать. И надо добавить, наверное, стабильности. Как я и сказал, что начать с обороны. Если мы не будем пропускать, то как минимум ничего не результат. И естественно, что надо прибавлять взаимодействия, наверное, впереди. Потому что, повторюсь, доходим до центра поля, и дальше у нас импотенция начинается. То есть не знаем, что с этим, чем делать дальше. Почему? Не знаю, чтобы мы решили все свои проблемы. Спасибо.